хочу идти. Еда. Впереди. Голодно. Очень давно не ела. Идти. Вкусно. Крас, я слышу голос свиньи. Я тоже часто его слышу, когда вы начинаете излишне волноваться. Яблоко. Хрусть. Немного гнилое, хорошо. В грязи. Много яблок. Я серьезно, это говорящий труп свиньи. Не может быть. И правда, это определенно отклонение. Я... Человек, не пинай! Бросай кожуру! Не пинай, корми! Ты понимаешь, каким хреном это может быть? Ну, свиньи и люди во многом схожи, майор. И я сейчас говорю без сарказма. Вероятно, особый нейрополимер, который есть в местной фауне, позволил даже свинье стать частью остаточной памяти. Кого-то, наверное. Кушать хорошо! Не двигаться плохо-плохо. Большой кусок. Люблю, когда кабан приходит. 40 минут радостно. Потом кушать и спать. Рожать не люблю. И, если честно, это самая жуткая хрень за последнее время. Буду откровенен, товарищ майор. Я сам, как вы говорите, охуел. Что? Ладно, идем уже.
странных. Майор, оружие или способности? Гражданский полигон. Новое вооружение. Именно. Я думал, предприятие 3826. История все больше про гражданские разработки, покорение космоса и улучшение урожайности пшеницы. Это сложный момент. Подумайте вот над чем. Предприятие — это вотчина академика Сеченова, где в равной мере присутствуют разработки новейших переносных телефонов, плодоносных яблонь и летального оружия. Ты куда клонишь? Может быть, ваш шеф не такой уж и мессия? Динамик-то прикрой, много лишнего болтаешь.
полноразмерные антропоморфные испытательные приборы «Кукла» R9 созданы для изучения последствий различных столкновений и травм, которые в экспериментальных условиях могут быть причинены живому человеческому организму. «Кукла» — это не просто копия человеческого тела. Это сложное полимерное устройство со множеством электронных датчиков, подключенных к центрам сбора инфографики. Датчики позволяют досконально фиксировать процессы, происходящие с манекеном во время потенциально опасных для жизни испытаний.
Советскими и мировыми учеными доказано, что за время существования нашей планеты северные и южные магнитные полюса не раз менялись местами. Теоретически, это может произойти и в наше время, причем в любой момент. Однако последствия подобного природного катаклизма предсказать сложно. Именно поэтому на полигоне номер 2 ученые скрупулезно восстанавливают в мельчайших деталях картину событий давно ушедших веков. Что было на планете при последнем перевороте полюсов, а именно 42 тысячи лет назад.